Привет всем подписчикам, зрителям моего канала. Вот пришли у меня очередные посылочки, долго их собирал. Для рыбалочки тут будут посылочки у нас. Ну, некоторые я уже распаковал, посмотрел. Так что давайте распакуем остальные, посмотрим, что у нас тут пришло. Это у нас, ребята, лесочка пришла. Вроде как флюорокарбон до 5, такая вот сеточка, ну, почти до 6 килограмм, 100 метров, цена не помню, около 100 рублей. Сейчас так хотя бы посмотрим. Ну, я думаю, она выдержит, ребята, эти положены свои килограммы. А лесочка довольно так неплохая. Ну, также я ее скоро намотаю, на рыбалке проверим, что-нибудь за нее потаскаем. Леска довольно хорошая, свои деньги. Долго на ней не будем останавливаться. Тут у нас, ребят, вот такие вот крючочки пришли. Ну, на картинке они совсем другие были. Я скину ссылочку, чтобы вы не купили их, не заказали, потому что это ерунда какая-то. Не знаю, попробую, конечно, их. Но там они другие были, они выглядели как мормышечки. А тут видите, какие они. Так что я это не рекомендую вам. Упаковочка у нас быстренькая будет. Ну, вот эти. Вот эти штуки, ребят, вообще пришли очень быстро. Тоже около 110 рублей они стоят. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Это у нас подбойлики. Тормозки, видите. Ну, в принципе, нормальное качество. Ничего за них плохого не скажу. Так они упакованы. Нормально, можно заказывать. Тут у нас, ребят, вертлюжки номер 6. Сейчас возьмем один в руку, как так визуально осмотрим. Такие вот вертлюжки. Ничего, нормально. Такие же, как у нас в магазине, но намного дешевле. Следующая посылочка у нас тут. Крючочка у нас. Пожалуйста. Такая вот коробочка. Ну, пластмасса, ребят, сразу видно, что дешевенькая. Вот, можно подвешивать. Вот так вот открывается. Сейчас давайте проверим. Один крючочек возьмем хотя бы. Ну, крючки острые, ребят. Вот такие вот. Загибом он чуть. Тут у нас для приманочки, чтобы не соскальзывало, есть насечки. На вид хороший, ребят. Не помню, сколько тут их штук. Тоже около что-то 120-130 рублей вот это все вышло. Хотя такие коробочки, только коробочка 40 рублей стоит. Острые, ребят. Пакет я открыл. Ну, мне такие вот крючочки устраивают. Хотел, они длинненькие. И вот такая коробочка удобная. И вот у нас посылочка, ребят, пришли ножи. Шли они, конечно, долго. Керамические ножи такой вот расцветки. Три ножа у нас тут. Вот только, ребят, самый маленький пришел без, сейчас вам скажу, видите, без сказать чехла. Стоит около 480 рублей. И вот такой вот набор. Ну, окраска, ребят, скажу, приятная. Приятно так в руке держать, цвет приятный. Ну и на качество они тоже режут, смотрите, прям легко.
Ребят, даже не давлю толком. Острые. Я не знаю, сколько они будут такие острые. Но поначалу вы видите, какие они острые. Такие вот ножки. Ну, проверял их все, уже потому что доставал их. И все довольно острые. За такую цену, ребята, это очень отлично. Такие вот сегодня у нас товары пришли, ребят. Ну, вот только мне не понравилось вот это. А так все остальное прям замечательно. Качество хорошее. А, вот еще, смотрите, подарочек положил. Ну, это на палец одевать, там чем-то нарезать. Вот так одели на палец и режете, чтобы палец не порезать. Такая вот штучка. В принципе, товары все сегодня нормальные. Ссылочку, ребят, все товары будут в описании. Ссылочка будет на мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь, там тоже много товаров. В основном все их заказываю, все проверяю, читаю комментарии. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока.